На сегодняшнем заседании правительства министр внутренних дел Кен Марти Вахер выступил категорически против двойного гражданства, так как, по его мнению, это раскололо бы эстонское общество. Глава ведомства также отметил, что ключевым в этом вопросе является лояльность гражданина. И если человек хочет получить гражданство еще одной страны, то возникают вопросы по поводу его лояльности и патриотизма. Какая страна станет для него важнее? Тут же министр привел статистику регистра народонаселения, которая, по его мнению, должна навести на определенные размышления. Людей с эстонским и еще каким-то гражданством по рождению было бы 25 256, из которых большинство, 15 395, граждане России, 1547 граждане Финляндии и 1118 Украины. Именно с этими государствами у Эстонии могло бы быть наибольшее число жителей с двойным гражданством, а такой расклад непосредственно может влиять и на безопасность страны. Разрешив в Эстонии двойное гражданство, мы будем способствовать развитию ситуации, когда лица с несколькими гражданствами открыты для политического влияния всех стран, гражданство которых у них есть. Даже тогда, когда у этих стран противоположные цели. К тому же при разрешении двойного гражданства на эстонское могли претендовать жители России приграничных территорий, а Российская Федерация продолжает рассматривать территорию Эстонии как сферу своих особых интересов. По словам Вахера, в России может проживать до 100 тысяч человек, имеющих право на гражданство Эстонии по рождению, тех, кто проживает сейчас к востоку от эстонско-российской границы. Он отметил, что их эмоциональная и практическая связь с Эстонией слаба, а также они не знают эстонского языка. Зато могут очень хотеть получить эстонское гражданство, чтобы иметь социальные блага, стать гражданином Евросоюза и путешествовать без виз. Таких граждан вряд ли можно будет назвать патриотами Эстонии, а для государства это является ключевым вопросом, записанным в Конституции. Именно поэтому министерство настаивает на консервативной политике и предлагает оставить прежний порядок, когда двойное гражданство останется под запретом. Разрешив двойное гражданство, мы бы помогли тому, что в Эстонии и России было бы значительное число лиц, которыми возможно было бы манипулировать с помощью пропаганды и мобилизовать их, а значит напрямую влиять на применение верховной власти в Эстонии, заключил министр внутренних дел Кен Марти Вахер. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.